Друзья, в продаже у нас Hyundai Sonata 2011 года выпуска. Объем двигателя 2 литра на механике. Автомобиль приобретался у официального дилера. Автомобиль в хорошей комплектации. Имеется 4 стеклоподъемника, электрорегулировка зеркал. Также у нас мультируль. Установлена мультимедийная система. Также у нас имеется климат-контроль, кондиционер, подогревы передних кресел. Большой, просторный, комфортный автомобиль. В хорошем состоянии. В комплекте у автомобиля два ключа. Также установлена сигнализация с обратной связью.